Друзья, у компании «Металломастер» я уже не первый год приобретаю себе в мастерскую оборудование. Мой токарный станок до этого и сейчас. Ленточно-пильные станки ручной и с гидроразгрузкой. Очень хороший сверлильный станок. И как я уже вам говорил не первый раз, что приобретаю станки и инструмент у проверенных поставщиков и производителей, которые дают гарантию на свою продукцию. Забейте в своем смартфоне или же компьютере «Металломастер» и вы на сайте компании. Здесь много всего интересного и полезного. Ассортимент в зашкале. Обратите внимание на разделы «Станки для гибки», всякие и разные, металлорежущие станки, токарные, фрезерные, сверлильные, станки для резки металла, гильотины, инструмент, различная оснастка, ленточно-пильные станки, ручные, с гидроразгрузкой, полуавтоматические и автоматические, профилирующие станки, профилегибочные станки, станки с ЧПУ. И много-много станков и инструментов для вашей мастерской, гаража или большого производства. По каждому станку вас проконсультируют и помогут с выбором. Мужики, ассортимент реально просто шикарный. И цены не кусаются. А ссылку я обязательно оставлю под видео. А вообще, легко запоминается. «Металломастер». Так что проходим по ссылочке, выбираем и приобретаем. Thank you.